народ, это Приморский, Новая набережная. В этом году к ним приехали воздушные шары, почти успела. Его сейчас надували, громко-громко что-то там шумело. Надули, Республика Крым, кайф. Не знаю, сколько это действо стоит. Я бы на нем полетала, блин. Смотрите сюда, Лев. Алло. Интересно, он полетит или нет? А погоды нынче стоят шикарные, народу много. Стоит он, ну, по крайней мере, когда я узнавала, 40 тысяч полет. Можно туда и 10 человек, конечно, в корзину напихать. Тогда будет не так дорого. Но тогда как бы бессмысленно. Смысл есть вдвоем, втроем, тесной, интимной компанией.